Пока близкие Анастасии Заворотнюк переживают смерть актрисы, мошенники нашли способ заработать на горе семьи. Злоумышленники начали выманивать деньги у родных и друзей Анастасии Заворотнюк. Неизвестные рассылают сообщения с просьбами о финансовой помощи от имени Петра Чернышова. «Прости, что пишу тебе. Не знаю, к кому еще обращаться. Я думаю, ты слышала новости о Насте. Мы 5 лет боролись, но болезнь оказалась сильнее. Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны. И если будет возможность, то приедь на проводы. Настя, я думаю, хотела бы, чтобы ты попрощалась с ней». Пример сообщения от мошенников появился на официальной страничке Анастасии в социальных сетях. Близкие Заворотнюк предупредили, что Петр Чернышов таким способом никогда не просил финансовой помощи. К тому же, фигуриста нет в социальных сетях. Вот такие сообщения приходят друзьям и коллегам Насти. Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны. Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье, говорится в микроблоге Анастасии. Стоит отметить, что лечение Анастасии проходило в условиях строжайшей секретности. За 5 лет семья не раскрыла никаких подробностей, не опубликовала фотографии и не дала интервью. Все расходы на лечение Заворотнюк взял на себя Петр Чернышов.